Всем привет, Blender 2.81, и давайте в этом ролике рассмотрим принцип построения узоров, как это все дело можно делать. Итак, заходим в Add, находим пустышку, пустышка Image, куб пока можно закрыть, камеру закрыть и свет, семерка на NumPad, пустышки делаем английскую S, вот так вот. И теперь вставляем всю картинку. Open. Desktop. Картинка с ролика. Именно скриншот сделан. И вот по этому ролику хотелось бы посмотреть, как его вообще получится сделать. Так, Ctrl-Z. Тройка на NumPad. Transpose. Перекрутить. Оттянуть и вверх приподнять. Единица на NumPad. Так, теперь можно уже включить видимость куба. Select Box. Нажать на куб и нажать табуляцию, зайти в Edit Mode. Так, теперь Alt-M, сочетание клавиш от центр. Поднимем вот эту вот вершину чуть-чуть кверху. Вот таким вот образом. И можно теперь ее экстрадировать. Тут фишка в чем, что можно сделать вот этот узор, который внутри отдельно. Вот сначала его делаем. Теперь опускаем ее вот так вот вниз. И вот здесь вот нужно постараться вот эти, чтобы вершины более-менее сочетались рядом, чтобы потом закрыть полигоны. Где-то что-то потом подправится, не без этого. Так, вот такая штукенция. Вот эти две вершины нижние можно схлопнуть. Shift, правая кнопка мыши от центр. И G, немножко их увести сюда. Потом тут порежется, добавится, подкорректируется. Ну и теперь E. Нужно все это дело экстрадировать. Так, можно с помощью Move приподнять, довести до верхней точки и вот эту вот точку схлопнуть. Так, вот эту и вот эту. Правой кнопкой мыши. Alt-Center. И вот эту вот G немножко вернуть на место. Так, вот такая получилась заготовка. Так, Ctrl-Z. Ну а теперь можно позакрывать вот эти вот именно полигоны. Каким образом? Через Shift выделяем вот эту часть и делаем английскую F. Теперь выделяем вот эти части и погнали так. Добавляем теперь Shift A Mesh, добавляем куб. Заходим
в режим редактирования, нажимаем Alt, так, ребра включены, вершины включим Alt M, Alt Center и смотрим, что да как, единица на нампаде, MOV, приподнимаем ее вот сюда выше и делаем теперь вот эту часть. Жмем Е и погнали ее вот таким вот образом делать. Теперь нужно добавить вот это вот ребро внутреннее. Выделяем вот эту вершину. Ее нужно будет вот так вот поставить где-то вот на этом закруглении, чтобы потом можно было его экстрадировать. Так, вот здесь уже неправильно я накосячил. Жмем Е и стараемся к вершинам, вот эти, которые есть вершины, более-менее рядом с ними ставить, чтобы опять полигоны нормально закрыть. Чтобы потом не дорезать, не добавлять. Так, что еще можно сделать? Ну, давайте вот от этой вершины тоже экстрадируем. Вот так вот. Ну и от этой тоже. А вот эти вот вершины, вот эту вершину, так, это G, можно ее подкорректировать вот так вот. А вот эту вершину и через Shift вот эту вершину давайте схлопнем. Alt-Center и немножко G вниз ее так оттянем. Так, смотрим, где что подкорректируем, подравниваем. Так, вот такая штукенция получилась. Ну и давайте повыбираем, позакрываем их. Так, вот начнем вот с этих вот полигонов, вершин F, и погнали. Так, ну что-то в этом духе. Следом выбираем вершины вот эти. Так, сначала, нет, пардоньте, вот эти вот вершины, вот эти вот выберем. И давайте их вытянем. Так, тройка на нампаде. Е, вот так, теперь опять Е, и вот так вот закругляем. Так, это получается единица на нампаде G. Вот эти вершины нужно G
Теперь выровнять. Ну, что-то в таком духе. Сюда добавим теперь именно луп. Вот так вот. Подведем его один чуть-чуть сюда. И один добавим вот здесь вот. Так, здесь добавим тоже луп. Ну и здесь тоже можно добавить лупы. Выбираем теперь вот этот регион. Вот так вот. И вытягиваем его сюда с помощью MOV или клавиши G. Вот таким вот образом. Ну и вот этот регион тоже выберем. Так, вот здесь вот нужно порезать еще, чтобы вот эта цепь вытянулась. Это английская К. Выбираем ее. Enter. Здесь выбираем опять же английскую К. Enter. И вот теперь сброску делаем, щелчок левой кнопкой мыши Shift Alt, выбираем и с помощью вот этой вот MOV вытягиваем вот таким вот образом. Так, теперь нужно соединить вот эти вот, добавляем сюда именно loop cut'ы, вот так вот. Выбираем сброску, делаем Shift Alt, выбираем вот этот регион и делаем G, английская. Вот так. Теперь E, английская, вытягиваем и получается что-то вот в таком духе. Потом все это опять же нужно будет корректировать. Shift Alt, выделяем. Жмем Е. И жмем Е. Вот так вот. Ну а здесь уже давайте позамыкаем. Выберем вот эту вот вершину, вот эту, вот эту, вот эту. Жмем F. Теперь выбираем вот эту вершину, вот эту, вот эту и вот эту. Жмем F. И продолжаем закрывать. Так, вот здесь вот можно еще порезать. Добавим. Так, что тут вытянулось? G. Ну и попробуем вот эти теперь через Shift F. Так, здесь попробуем теперь, наверное, порезать. Так, это вот сюда вот нужно полигон добавить, ребро К. Вот отсюда, вот сюда. Не режется. Нужно закрывать, значит. Escape.
выделяем английское F. Попробуем добавить сюда именно луп. Сюда где-то луп. А здесь уже можно дорисовать. Да. Вот от этой вершины к этой Enter. Так, тут дорезано, все нормально. Смотрим дальше, что. Снимаем выделение. Shift, Alt. Вот это выделяем. И немножко все это дело. G. Уводим вглубь. Вот так вот. Вершину вот эту выделяем. G. Углубляем. Эту тоже углубляем. Все тут корректируем, поправляем, где-то что-то оттягиваем. Ну и добавляем, так, вот здесь еще подправить, где-то добавляем вот эти вот лупы, чтобы более-менее симпатюшно было. Жмем G. Ну, а здесь закрываем. Добавляем вот тут вот луп. И его немножко нужно будет вытянуть. Жмем G. Придаем словом вот это вот выпуклости. Вот этой. Более выпуклый вид. Вот такая штукенция. Так, что еще делаем? Ну и эти можно теперь тоже позакрывать. Выделяем вот так. Так, что-то тут. Вот это выделить и нажать Delete Vertex. А теперь можно соединять. Ctrl-Z.
Вот эти вершины теперь схлопнуть. И вот эти позакрывать. Словом, нужно тут внимательно смотреть, чтобы никакая вершина не ускакала. Вот это вот можно G подкорректировать, где-то увести, потом выровнять, ну, чтобы симпатюшно, как говорится, было. Делаем F. Ну вот получилось здесь вот такая заготовка. Опять же добавляем луп кат. Вот сюда вот на низ. И теперь английская К. Enter. Добавляем еще один вот этот луп в середину. И немножко его с помощью мов уводим. Ну а здесь опять нужно резко. К. Так.
Выбираем теперь через Shift вот этот, так, вот этот, вот этот. Через Shift выбираем вот эти вот вершины. Здесь можно уже полигонами поснимать, или клавиша C английская. Теперь жмем G, вытягиваем вперед вот так побольше. И R, английская, чуть-чуть его. И опять же G. Ну, вот такая штукенция. И G немножко вот так вот смягчить. Ну и что попало, куда попало, зачем попало, закрываем. Так. Ну, такая вот штукенция. Так, что тут у нас еще? Добавляем теперь луп. И делаем немножко, наверное, S. Ну а теперь поработаем с вершинами.
английское K, если где-то что-то добавить нужно, теперь Enter. И G поправляем. Ну, словом, получается вот такая штука. Здесь еще немножко G приукрасим. Вот такое класс что-то. Ну и включим теперь вторую вот эту нашу болванку. Зайдем в Object Mode, переключимся на нее, на Edit Mode. Выбираем, добавляем сюда именно лупы. Вот так вот. Вот эту часть теперь ребро вытягиваем. Это G. А эту часть G. И немножко вглубь. А вот это ребро поднимаем. Выбираем теперь вот эту часть, экстрадируем, делаем ее потолще, а вот здесь бы еще добавить бы, так, куда бы еще добавить, вот сюда вот еще добавим луп. А вот этот луп, так, снимаем выделение. Делаем S, G, английское A, и попробуем все это дело здесь подставить. Вот так уже прикольно.
Так, ну а теперь все это дело давайте объединим. Ctrl-J. Все, теперь одна штукенция. И добавляем модификатор мира. Немножко теперь подкорректировать. Правая кнопка мыши, схлопнем вершины вот эти. Так, эти вершины теперь G приподнимаем, делаем более симпатюшно, потоньше. Эту вершину корректируем, эту тоже корректируем. Выбираем теперь вот так вот ее. Так, что у нас тут с ремешком? Так, теперь английская А. И модификатор давайте Solidify добавим. И немножко все это дело поднадуем. Итак, вот такой вот результат можно получить. Вот это вот основная, которая делалась. Вот это лотос, по-моему, называется. А это вот с лотоса по кругу. Вот так вот можно сделать вот такой круговой узор. Вариантов очень много, но вот такой вот результат. Все, всем пока, до свидания.